Слушайте, ребята, здесь, короче, проходила такая информация нехорошая уже давным-давно. В православной церкви и мусульманских мечетях завелись какие-то шайтаны и сатанисты, непонятно откуда вы взятые. Короче, то ли чувствуется от каких-то сектантов, религиозников, я понятия не имею. Но самое удивительное, что люди уезжают беженцами в одну страну, а потом в другую дважды. Их берут, души нагинают, и от этой ван начинают скрывать других. И вот здесь вот несколько орденов монашеских каких-то, распутинских или других, короче, бунтанули так всю вот эту масть и продают всех подряд, всех святош, всех христиан и так далее, дьяволу. Короче, ждите, в недалеком будущем все эти православные превратятся опять в этого же Распутина и бунтанут всю Россию целиком и полностью. Но самое удивительное, что здесь по сводкам проходит, скоро, короче, из водички выскочит одно чудовище, которое знает настолько хорошо, кто предатели против русского государства, армянского, грузинского, турецкого. И всех я там не буду перечислять, но самое главное, в Владивостоке берегитесь. Туда выскакивает непростой семафор, короче, по полной программе. Там такой локомотив БЖРК начнется, что если вы это не остановите, вам конец. А вот со стороны Иркутска, короче, выскакивает человечек, который знает до точности, кто предатель в Раше. Так что я требую от русского православного населения, староверов, полностью помочь им и собрать как можно больше тех людей, которых у вас скрывается, беглых каторжников, для помощи и восстановления русского государства. Не надо брать других. Но Россия должна быть свято православной, а не как вот эти некоторые пастыря и пресвитера и вот эти монахи, которые уже давным-давно предали все на свете и Бога, и мать свою родную.